Ран номер 281. Снова нам в сундук. Иден сундук. О, хорошая пассивка. Слот бленкет. Не угадал никто. FTM097UV. УВ! Так. Рейндж нормальный, тирейт нормальный, дэмэдж нормальный, скорость не очень. Старт будет потрясающий, хп просто до жопы. Это было 3 хп плюс еще одно синее с бланкетом. Кайф. Черед, карта даже есть. Тоже кайф. Тоже кайф. Сюда. Па-па-па-пам. А вот и ключ, тут ключи пока не нужны, благо. Тут только надо брать полароид и идти из кафедрала в чест. Тут можно сделать две ошибки, можно не взять полароид, можно пойти в шевел. Это ошибки прям такие, прям совсем сложные. Сложно выполнимые ошибки. Ладно. Масло! Хватшот. Окей. Пойти на Делика? Ну, Делик не будет, наверное, ошибка. Если я пойду на Делика, я думаю, все равно ран будет засчитан. Как ни крути, наверное, но все-таки я стараюсь не менять цели по возможности. Все-таки. По возможности. Красиво. Все-таки ощущение, что, ну, типа Делик это цель более сложная, чем Blue Baby. Типа даже если уйти, например, на Делика, не знаю, после Бомба 2 или после Кафедрала. Типа ты себя явно же не упрощаешь, а усложняешь этим способом. Но все равно я все-таки стараюсь цели выполнять, сука. Ёбаная бомба, у меня скорости нету. Пока мы всего один раз от курса отклонили за по 400 ранов. Дран взял, да. Ну, потому что там не было моей вины в том, что мне не дали ключи. Я это уже говорил, что я такие раны не буду ничего с ними делать. Тем более, это раз 300 ранов. Очень маленькая погрешность. У него магазин. Нелегитимный. Сейчас все стрики нелегитимные. Что у всех стрики на трех разных патчах сделаны. Почти у всех. Эта игра, по-моему, ее еще ебать будет на еще год, наверное, этими патчами. Я же не буду уже каждый стрик обновлять из-за каждого этого идиотского патча. Который там меняет 2-3 вещи. Но по сути-то, если так подумать, то все стрики на разных патчах нелегитимные. Только current patch стрики должны быть актуальными. Но это полная хуйня в таких условиях. Такой дрочь умается. Ролики? Да, там два ролика в рекомендации попали каким-то образом. Несчастные люди. Но это странно. Но приятно. Там ролик один набрал, по-моему, 2000 просмотров почти, кстати, один. И другой был, по-моему, 500 или 600 просмотров было. Ура, теперь я тоже YouTube стрикер получается. Кайф. Синвик-то уже это трясется уже. У меня тоже теперь YouTube стрики. Я тоже буду делать бэкапы сейв файлов скоро.
на всякий случай. Ключ, стоп, ключ в смысле? Он все сундуки делает золотые, у меня ключей нет. Чё в нем топовое? Это как Гаппи Стрел, только еще хуже, наверное. У меня ключей ноль. Зачем мне этот ключ? Типа я его подобрал, взял ключ, и типа на этом все. Больше он мне ничего не даст хорошего. У меня же не будет каждый этаж золотой ключ, чтобы это фармить. Чем мне это фармить? Так что вот, если он, теперь ты должен смотреть еще у кого какая версия игры. И делать какой-то лидерборд под каждый патч. Под каждый патч, под каждый апдейт надо отдельную борду делать. Блять. Какая ж нечеловеческая тупость. Ой. Ах да. Это плохо. Ладно, видимо, все-таки масло. Масло не будет. Улучшает дроп сундуков. Насколько он его улучшает, давайте посмотрим. Брелоки. Сундуки будут золотыми. Брелок снимает ограничения, улучшая содержимое сундуков. А, типа... Сундуки с картами, рунами не могут ничего другого содержать, понял. Да чё-то, блять. Я не думаю, что это оправдается, всё равно у меня ключи закончатся, мне кажется, у меня сильно мало ключей. Может, какой-то ебаный байт какой-то. Тут брать тринкет с собой. Я в него не верю. Ну не будет у меня с каждого сундука ключ. Это бред. Какой-то бред. Так не может повести в этой жизни. Я, может, был автомат пофармить, наверное. Ну ладно. Сайт человека сейчас, который в 2002 году стоит в эрстике на Эдене в Реберсе. Этого человека зовут Даймен. Он сюда даже приходит иногда. Прикинь, нет, так мне все сундуки будут золотые. Не, это шутка, сейчас он уже помню. Он когда был Afterverse Plus, он реально делал стрики на реберс. На Эдене. Было дело. Сейчас, наверное, уже нет. Сейчас, я думаю, он уже никакие стрики не делает давно. Но у него был такой опыт, да. Он фармил чуть-чуть реберс. Кстати, BFF это хорошо. Это прям очень хорошо. За синие хп, да? Охуенно. Господи, дьявол троллит, что силами просто троллит. Какие еще в жопу синие хп за книжку? Совсем что ли с ума сошли? BFF, да, BFF бафает блюбиков. Много бафает. Friends till the end. Ну, немного. В два раза, полагаю, да? Наверное, в два раза бафает. Вообще довольно даже много бафает. Дьявол не нужен. Тут уже ничего нет. У меня уже блёбики есть. Блёбики это билд. До конца рана билд. Готовый. Считай, по сути. Премиум я его купил на год, лисёнок. Просто беда в том, что его скорее всего берут, потому что говорят, что типа Spotify скоро вообще уйдет из России полностью. Так что, возможно, я подарил 1000 рублей. Spotify просто так. Вполне может быть. Ну, посмотрим.
Чё будет, то будет. Я уже, в принципе, готов уже делать офлайн плейлист. Я готов отобрать. Нет, насрать. Чё такой плохой тирейд? Всего 7? What? Чё такой низкий тирейд? Это... наебалово. А хули тут так мало? Это еще красный, окей. Да, тут не открыло проход. Фак. Опять наебали. А, квадшот. Точно. Точно. Я ж павук. Я ж павук. Купить на год? Продавались коды на год. Можно было купить на Озоне или в ДНС. И, короче, я через суппорт Spotify его активировал, потому что уже в тот день, типа, уже они, короче, не активировались толком. Но через поддержку можно было активировать. А сейчас, по-моему, все. Сейчас уже ничего не сделаешь, по-моему. Сейчас уже совсем ничего не сделать с этим премиумом. Ну, кроме там, есть всякая машина. Типа, можно, если там у тебя... карта есть, не российская. Тогда, возможно, я и Морт уже понял, у вас какое-то дело, и мы уже это проговорили. Lockdown. Мы уже все поняли, что у нас квадшот. Подписка, я не знаю, что будет. Наверное, нихуя не будет, просто деньги отберут и все, наверное. Вряд ли на время заморозится, я в это сильно сомневаюсь. Я потерял синий уже. Ошибка. Синий терять не стоит. Господи, ну и говна сделки. Сделки говна, но... но они нам не особо-то и нужны. Давай еще сделаю синего, мне насрать. Страну АКО поменять можно на сайте. Это можно сделать только если в той стране, что VPN Казахстан, там заново попытается купить премиум, с премиум уже в любом случае, если слушаешь. Там надо, чтобы у тебя была карта страны, в которой ты находишься, Виллениум. В любом случае, если у тебя не будет карты, на которой будет страна, которую ты указал, тебе все нахуй пошлют. Там проблема именно в том, что тебе нужны платежные данные другой страны. Это уже ебаная дрочь. Это типа всякие виртуальные карты и прочая тупость. Это уже муторная хуйня. Просто VPN тебе ничего не даст в плане премиума. Ты сможешь просто... ты Spotify можешь пользоваться, но премиум ты купить не сможешь. Таким образом. Потому что там у тебя будет биллинг адрес, будет русский. Поэтому какая разница. Да, зато можно купить на eBay, но на eBay я вообще не знаю, там сейчас покупать, там сейчас вообще можно хоть что-то оплачивать на eBay. Там тоже может сейчас нихера не... просто я раньше покупал просто аккаунты на eBay. И типа этим спокойно пользовался. Там где-то до полугода, до года можно было. Там типа рублей, по-моему, что ли 500, 700 они стоили, и у меня бывало аккаунта на год хватало при этом. То есть это было даже дешевле, чем сейчас. Сейчас я плачу. Даже выгоднее было иной раз. Так что вот. Яндекс у меня базы не очень там устраивали раньше, сейчас не знаю. Я там бывало много чего своего не находил. И очень уебищное десктоп-приложение было у Яндекса, оно мне лагало бесконечно и вылетало. У меня как-то отношения вообще не пошли с Яндексом. Вот совсем не пошли. Ну и Spotify просто уже привычнее уже за годы им пользования. Как минимум. Но честно, я просто сделаю все офлайн плейлист. Я не буду всем отъебать нахуй все эти платформы со стримингами.
Один раз сделаю, больше вообще-то не буду париться. Уже заебало там, что Spotify, что Яндекс, блядь, сегодня есть песня, завтра песни нет, заебало. Тут тоже много чего бывает это. Через месяц там то одной, то второй песни нет. И хер за этим уследишь. Что там исчезает из баз. Как же новое? Можно смотреть новости и искать музыку в других источниках. Можно так делать. Но базару ноль. Spotify, конечно, и Яндекс в этом плане удобно, что можно музыку быстрее находить, понятно. В любом случае это удобнее. Но зато офлайн он надежнее. Там у тебя никто ничего не украдет хотя бы. Это большой плюс. Муторно будет. Это правда. Это будет невероятно муторно. Но зато надежно. А что у меня есть? Как у меня, говорю, у меня в тачке есть плейлист на флешке. Но там песен раз в 5 меньше, и там плейлист очень старый. Так что он такой себе. В плане не будешь есть алгоритм, там вообще никаких не будет алгоритмов. Там будет шаффл Фубара 2000 максимум. Больше там ничего не будет. Есть проги? Хотя, возможно, есть. Возможно, этим тоже пора озаботиться. Сам Spotify музыку не дает скачивать. Там какая-то закодированная залупа. И рекомендации, да. Вот аналогичная хуйня. На Яндексе у меня были какие-то просто хуйпами какие треки. Просто ни о чем. Но опять же, возможно, это индивидуально. Я не сам говорю, что прям там они плохие, но в моем случае они были просто абсолютно кончены. Так что непонятно. При том, что там был плейлист из Spotify взят абсолютно точь-в-точь загружен и прочее. В Spotify у меня было сразу все нормально. С первого же дня. Нормальные приколы давали. Но, возможно, просто мне не повезло. Потому что люди говорят, что многим, наоборот, в кайф. Так что кому-то, может, там и хорошо заходит. It's like she's fucking five. Просыпаемся. Спасибо, 100 рублей, Мамби. Медляк? Ну, вроде уже был не медляк. Пуска пошло. А дайте-ка, кстати, автомат починим, что-то я его сильно сегодня это покорябал. Сегодня ему досталось от меня. Можно я нормально стану за автомат? Ё-моё. Спасибо. Ты кто? Ты Тера? The fuck? Фига прикола. Фига прикола. Это я понимаю, мы нашли айтем к Сое и к пауку. Ёбнуться. Какая грязь. То есть я буду сейчас чистить вообще все камни, да, вот на этом этаже, просто все. Все камни будут уничтожены в этом сиде до конца рана. Всё красное, найс. Ключ, найс, ага.
Попробую это сделать. Найс. Идеально. Это будет золотой блюбик. Золотой! Будет один. Ой, это тирает. И кайф. Хоть он здоровый. Пока еще не это. Не засох. Камни, камни, камни. Все, камни. Еще секретка. Это взять. Бамби, еще 100 рублей. Спасибо, что стали Бамби. Еще песня. Блест. Кстати, блест же бесполезно, правильно? Потому что я все на дуалите. Один хрен дуалити. Это не ломает локера, да? А, тут хп валяется, не забрать. Блин, ну и мясо. Блест дважды, ну вот да. О, еще один золотой. Еще золотой. Уже два золотых. Правда, там тоже первый золотой уже не особо золотой, уже какой-то больше бронзовый. Уже маленько протух маленько. Взял тринкет, это правда. Тут, кстати, можно было брать, тут я по лицу не получаю особо обычно. Потому что DPS дикий. Тут можно было взять. У меня же нет ничего на удачу, правильно? У меня же нет ничего на удачу. Нету. Я опять трачу синий хп. Ошибка. Тотальная ошибка. Охрень. А, это гличайтом. Это гличайтом. Да ведь? Ебать вы троллите. Нет, стоп, тут не может быть гличайтом. Подожди, что? Стоп, что? Вы, тут не может быть гличайтом, это же айтем-рума. Это Lost Fly, новый спрайт. Это Lost Fly, я не видел Lost Fly новый. Ебать. Я чуть-чуть не охуел. Тут не может быть гличайтом, да, это же айтем-рума. Только в секретке может быть гличайтом. Гличи, короче, в секретке и в эроруме может быть гличайтом. Это айтем с TM-тренера. Рандомный. Но не в айтем-руме. Это новый спрайт, да. Ебать, я его не видел ни разу. Добавлю песенку. Короче, я в итоге уже, по-моему, все уже видел новые айтемы, которые они изменили. Спасибо, 40 рублей, кец. Еще песня. Надеюсь, они успеют играть до конца рана. Потому что рано уже будет сегодня последний. Заключительный. Ну, типа Lost Fly похож на белый Psyfly. Как-то они странно сделали спрайт, честно говоря. Ну, ладно. Как-то маленько, по-моему, странно он смотрится. Теньку возьми, это правда. Там была другая тенька, я не помню. Или там была тенька получше. Я не прошел, а вот тенька. Нету, блядь! Чё доебался? Сказал, возьми тенькет, я взял тенькет. Хули тебе надо? Хули ты доебался? Я взял тринкет, как ты просил. Так, ладно. Нам наверх. Окей. Извинись. Ещё, блядь, чего? О. Хорошо. О, двойной. О. Ой, блядь. Ангела разбудил. Не хотел этого делать. Лядно. Ну и мемный ран, конечно. О, Excel-ка. Кто? А, видно.
Да, ран реально достойный. Раз стрим закончить. Приятный сид. Че, конечно, с Умторием это какой-то безумно, этом. Не знаю, он постоянно ломает игру. Просто всегда почти. Просто, по-моему, у меня ни разу не было плохого рана с Умториумом. Просто ни одного, по-моему, не было рана. Ключ, да? Ох, наверное. Я не вижу хитбокса. Question card, world card, chariot. World card, ладно, заберу ключи, хорошо. Так уж и быть, давайте заберем ключи. Вдруг пригодятся. Там еще один был. Готово. Пойдем дальше. Тут ничего нет. Фреймы. Да это нормально, фреймы, нет? У меня 0.3% фреймов. Глаз выжил. У меня 0.3% фреймов потеряно за стрим. Все-таки Польша более-менее в этот раз сработала. Нормальный сервер. Черед, да, он даст стирает Блюбиком. Слезы заканчиваются. Лимит слез уперлись. Мемы. Слезы удаляются. Слезы просто удаляются. Слишком много слез на экране. Хаша, да? Не хочу я на хаш. На хаше дети все умрут, нахуя. Там ебаный будет холод обосранный. Не хочу. Я там думаю, много детей потеряю. Ну, немного, но, блин, кого-то потеряю, поэтому не хочу. Сегодня без хаши. Ты сам будет хелм, это правда. Блин. Но все равно, типа, дети, наверное... Дети, скорее всего, немного пострадают. В любом случае... Это плохо. Бомб уже мне хватает. Да типа эта муха наш теперь притягивает врагов, да? Только я, по-моему, так и не видел, потому что я слишком быстро всех убиваю. Я ничего не вижу, что она делает. Просто не вижу, что она вообще может делать. Давайте я посмотрю, что она делает. Давайте не будем никого бить. Смотря. Как-то незаметно. Грибы. Жми активку. Дай там секретку вторая. Дай не один цикл. Оп. Ничего не вижу. Куда ты, блядь, стреляешь, мудак? Врубил. Так, все, заканчиваем. Плюс дэмэдж. Так. Блять. Упс. Фига там таблеток, ладно, не хочу их уже есть. А это вирус. Это не спам, да ведь? А, не спам. Жаль. Як. Хороший айтем на блюбиков. Приятный.
Такая. Ну-ка, погоди. Ладно. Все, уже было поздно. Тут уже поздно для роботова, наверное. Мне кажется. Ну, на высокой, но здесь не заканчиваем. На высокой. Нормальный сит. Так, 281. GG.